Всем привет! Вы смотрите превью игры Age of Empires. Я Зак Робинсон, но вы, наверное, лучше знаете меня как Zero Empires. Спасибо, что вы с нами в центре города, как и наш друг Барбаросса. Мы в предвкушении. Хоть мы и не можем сейчас собраться вместе, мы очень рады, что вы с нами, пусть и виртуально. Нам не терпится наконец-то показать вам все новое, что есть в Age of Empires. Сегодня настоящий праздник Age of Empires, и мы покажем многое из того, что вы никогда не видели. Мы впервые взглянем на Age of Empires 4, новые кампании, цивилизации, которых не было раньше, обновление игр серии Age of Empires Definitive Edition. И, конечно же, много-много геймплея. Не забудьте посетить виртуальную деревню на ageofempires.com, где вы сможете узнать еще больше информации об Age of Empires 4. Вас ждут фото, загрузки и эксклюзивный контент из игры. Могу сказать, что все, кто работал над этой франшизой, многие годы вкладывали в нее всю свою душу. Когда участвуешь в таком классном проекте, сложнее всего бывает никому не рассказывать об этом. Сегодня этому придет конец. Мы знаем, что вы в нетерпении, и не будем заставлять вас ждать. У нас впереди целый выпуск. Давайте начнем с того, что посмотрим на одну из новых цивилизаций, которая появится в Age of Empires 4. Начнем со слонов. Помяните мое слово, дальше будет еще грандиознее. Сейчас мы покажем вам одну из четырех новых кампаний Age of Empires 4. История — это путь борьбы от амбиций к победе. Она обращает воинов в королей и возвещает возвышение империй. ...1066 год. Гарольд, король англосаксов, правит Англией. Но его корона обещана другому претенденту, герцогу Вильгельму Нормандскому. Пока Гарольд отражает атаки викингов с севера, Вильгельм пересекает Ла-Манш, намереваясь захватить престол. Соперники схлестнутся в битве при Гастингсе. Но одной битвой войну не выиграть, и захваченную власть легко потерять. На севере крестьяне восстают против короля, которого они не признают. Северные феодалы вступают в союз с викингами и захватывают город Йорк. Вильгельм должен действовать быстро, чтобы удержать контроль. Его потомки будут бороться за корону многие десятилетия, устраивая кровопролитие на обоих берегах Ла-Манша. Нормандия в осаде. Разразилась гражданская война. Претенденты на корону борются за контроль над Англией и Францией. Нормандские завоевания до сих пор отдаются эхом на земле и в истории. Это лишь одна из сюжетных линий Age
of Empires. Это только одна из четырех исторических кампаний, ждущих вас в Age of Empires 4. Сегодня вы видите на экране настоящую магию, но труд и страстное желание воплотить игру в жизнь видны не всегда. Давайте заглянем за кулисы в Relic Studios и познакомимся с создателями Age of Empires 4. Вперед! Мы в Relic Entertainment в Ванкувере, где создаются передовые стратегии в реальном времени. Студия является одним из последних оплотов для фанатов игр этого жанра. Увлекательно находиться в окружении людей, которые играли, а некоторые создавали игры более 10 лет. В Relic работают увлеченные люди. Это место сотрудничества и креатива. Здесь все трудятся сообща, объединяясь ради создания лучших стратегий в реальном времени. В команду студии Relic входят различные отрасли, специалисты и отделы. У нас есть отдел поддержки партнеров, связи с общественностью, IT, HR, финансовые и технические отделы. Каждый сотрудник чувствует себя частью группы. Когда мы приняли решение работать из дома, оно было для нас достаточно простым и при этом болезненным. Но, разумеется, здоровье и безопасность являются для нас приоритетом. Работа во время пандемии была непростой. Думаю, что необходимость принять это была очевидна для всех. Я горжусь тем, как команда адаптировалась к этому. Жду не дождусь, когда игра станет доступна сообществу игроков. Для нас этот релиз — только начало. Мы достигаем лучших результатов, общаясь с теми, кто живет игрой с момента ее появления, 20 лет назад. Невозможно создать игру вроде Age of Empires 4 без сотрудничества с геймерами. Они также увлечены процессом игры, как мы ее созданием. Мы создали совет сообщества, с которым тесно сотрудничали в ходе разработки игры, чтобы тестировать ее и получать качественную обратную связь и делать игру такой, какова она сейчас. Эта информация помогала нам глубже понимать наших игроков и их потребности. В конце концов, именно люди, которые играют в нашу игру, будут судить, насколько она интересна и хотят ли они в нее играть. Мы делаем игру не для себя, мы делаем ее для сообщества игроков. В Age of Empires 4 много новшеств. Для любителей кампаний мы придумали новый интересный способ их представления. Современный документальный стиль изложения, который позволяет интегрировать историю в геймплей. Если вы любите многопользовательский режим, любите соревноваться, в игре появилось несколько различных цивилизаций, которых раньше не было в этой серии. У каждой цивилизации разный геймплей. Мы сделали так, чтобы угодить всем, ведь мы понимаем, что круг людей, которые с нетерпением ждут эту игру, очень широк. Мы создавали игру, ориентируясь не на узкую аудиторию. Мы плотно сотрудничали с историками и экспертами, чтобы максимально точно передать дух эпохи, которую стремились воссоздать. Также в нашей компании есть особая команда дизайнеров, которая занимается разработкой миссий. Они проводят исследования наряду с командой сценаристов. Есть еще дизайнеры, которые создают потрясающие декорации в стилистике нужной эпохи. Это большой труд. Вся игра, каждый юнит, каждое построенное здание, каждый звук, каждое прочитанное слово — все в духе эпохи и создано с оглядкой на нее. Мы провели большую работу, взяв суть оригинальных игр и перенесли ее в современное издание. Мы создали игру, которую геймеры узнают, и это даст им базу для исследования того нового, что в ней есть, и встречи с тем, что они уже любят. Это наша самая амбициозная игра, и мы ждем, когда вы в нее сыграете. Огромная благодарность всей команде Relic за сохранение духа оригинальной Age of Empires и за добавление потрясающего контента в эту серию игр. Давайте посмотрим на геймплей и новое видение китайской цивилизации в Age of Empires 4. Thank you.
Похоже, пришло время продумать стратегию. Окунаясь в Age of Empires, вы получаете возможность прожить и переписать историю. И мы рады вернуться к нашим классическим играм серии Definitive Edition и представить их как старым, так и новым игрокам. Вот что вас ждет в Definitive Edition. Более двух десятилетий мы вместе строили простые деревушки, и они расширялись до размеров огромных королевств в самой любимой серии стратегий в реальном времени Age of Empires. Мы горды быть частью игровой истории и уже 3 года помогаем новым игрокам брать в руки копья, мечи и мушкеты в Age of Empires 1, 2 и 3. Версии Definitive Edition. Сообщество Age, мы прислушивались к вам. Ваш вклад помог нам создать лучшие версии игры Age of Empires. Сегодня мы с гордостью анонсируем обновление в Age of Empires Definitive Collection. Мы рады сообщить, что летом выйдет второе дополнение Dawn of the Dukes, которое перенесет вас в Восточную Европу и станет частью Age of Empires 2 Definitive Edition. Вас ждут новые кампании, и не только. Мы также рады сообщить, что позже в этом году в игре впервые за долгое время появится режим кооперации. Мы выбрали миссии из кампаний и исторические баталии, в которые можно будет играть с друзьями и одерживать победу сообща. Подробнее об этом мы расскажем в ближайшие месяцы. У нас также есть новости и про Age of Empires 3 Definitive Edition. Во вторник, 13 апреля, появится первое крупное дополнение к Age of Empires 3 DE для американской цивилизации. Она включает в себя нового исследователя, новую столицу, 9 новых юнитов, а также новую механику и многое другое. Временный бесплатный доступ к цивилизации США можно будет получить, пройдя новую миссию 50 штатов. Но можно купить дополнение в Steam или в Windows Store. Также в этом году в рамках H3 DE будут представлены африканские цивилизации. Мы начинаем работу над новым дополнением. Скоро мы сообщим подробности. Оставайтесь с нами. Впереди многое. Мы продолжаем создавать и улучшать наследие Age of Empires, игры, созданной более 20 лет назад. Скачайте игры серии Definitive Collection через Xbox Game Pass, Windows Store или Steam уже сегодня. Сообщество Age of Empires яркое и многогранное, и я горд быть его частью. Прошлый год выдался непростым, и Age of Empires объединила нас, хоть мы и не могли видеться. Геймер ли вы, разработчик или фанат, спасибо за ваш вклад в сообщество. Поговорим о вас, о сообществе. Мы чествуем все, что связано с Age of Empires. В 1997 году, 24 года назад, вышел мировой релиз первой Age of Empires для ПК. Игроки проходили сюжет от каменного века до железного. Первой компьютерной игрой, в которую я играл в конце 90-х, была Age of Empires. Я много с кем подружилась и стала частью этого сообщества. Благодаря Age of Empires моя жизнь изменилась. Можно просто наслаждаться духом культуры и истории. Сегодня мы помогаем геймерам проходить путь развития от фермерства до строительства империй. Все это благодаря поддержке и вовлеченности игроков. Это Age of Empires? Чувак! Наше сообщество — это движущая сила, которая привела к успеху всю франшизу. Игры не были бы такими, как сейчас, если бы вы не помогали нам на этом пути. Ищу в каждом углу, вдруг он прячется. Бум-бум-бум-бум-бум, всем привет! Вы были с нами, когда мы возрождали вторую часть серии. Definitive Edition стала своего рода ренессансом игры. Мы создадим версии Definitive Edition для обеих игр. У меня не было столько волос уже лет 15. Нам нравилось наблюдать за тем, как с каждой игрой вы растете с нами. Мы жаждем увидеть, что вы привнесете в Age of Empires 4. Age of Empires дает возможность переписать историю любой мировой цивилизации. Неудивительно, что сообщество так разнообразно.
Меня зовут Патрисио, я из Аргентины, я из Сербии, из Белграда. Я Дмитрий, из России. Я Один, мне 29 лет, я из Норвегии. Разнообразие не только в странах, но и в поколениях. Я еще не умел читать, а уже играл в Age of Empires. Это было круто. Мы гордимся таким радушным, дружным сообществом. Все, что я знаю об игре, я узнал в чатах. Сообщество — кладезь знаний. Вы помогли игре ворваться в мир киберспорта. Игроки готовы? Боремся насмерть! Хотела спросить про твою стратегию, но все норм. Обстановка напряженная. У кого больше коней? Кайзер избегает схватки. Опасно, он теряет кавалерию. Ладно, переходим к игре номер один. Боже мой! Вы подарили миру увлекательный геймплей, а также самые незабываемые моменты истории Age of Empires. Звездный час для Даути. Какое выступление на Red Bull Вололо 3? Игра окончена! Мы видели любовь к играм Age of Empires. Это вдохновляло нашу всемирную команду разработчиков. Они много трудятся, читают книги по истории, ищут новые идеи для игр, которые вам понравятся. Команда поддержки сообщества всегда рядом, чтобы каждый новый или бывалый игрок был услышан и мог внести свой вклад. Мы хотим, чтобы эта любовь длилась многие годы. Я короную тебя. С самого начала вы сражались и вели войны, оставляя свой след в истории. Спасибо за участие в мировом сообществе Age of Empires. Настал момент, которого все ждали. Вы здесь ради него. Вы уже готовы. Мы посмотрим длинный фрагмент геймплея Age of Empires 4. Это видео, снятое на движке, выглядит просто потрясающе. Я рад сообщить, что ждать больше не нужно. Наслаждайтесь.
Невероятно. Как все это сочетается? Огромные армии и финальное сражение. Боевые слоны Дели, монголы, защищающие свой город, фейерверки из осиного гнезда китайцев. Не знаю, как вам, а мне не терпится поиграть в Age of Empires 4, которая выйдет в этом году. Age of Empires 4 будет доступна по всему миру на Windows 10, Xbox Game Pass для ПК и Steam. Не готовы ждать так долго? Ничего. Скоро выйдет закрытая бета-версия. Заходите на ageofempires.com, становитесь инсайдером, и вы не пропустите все веселье. Только на следующей неделе вы сможете зайти в виртуальную деревню и узнать больше об Age of Empires 4. Там будут файлы, эксклюзивный контент и глубокое погружение в новые цивилизации, которые вы увидели сегодня. Если вам этого мало, то в сотрудничестве с Alienware мы подарим единственный в своем роде компьютер с жидкостным охлаждением Aurora R11 в стиле игры везунчику инсайдеру. Участие в розыгрыше ограничено по времени и доступно для новых и действующих инсайдеров в отдельных регионах. Заходите на ageofempires.com, участвуйте и узнавайте больше. Вот это выпуск! Но это еще не все. Вот итоги увиденного сегодня. Спасибо всем, что были с нами, особенно нашим друзьям в центре города. Спасибо командам Relic и World's Edge за упорный труд и новую игру потрясающей серии Age of Empires. Прежде чем попрощаться, мы покажем еще кое-что из Age of Empires 4.